Снимался. Видос? А? Видос идет? Да, идет видос. Вот это Симос, вот это Шамхан. Отмель. Отмель, да? Вот. Нам бы найти мель. Отмель у нас есть. Короче говоря, вот так вот и живем. Короче, у укропов, снарядов, как будто бы, я не знаю, эшелоны. Без остановки. Бьют и бьют, бьют и бьют. Собаки. Шаман. Что ты скажешь? Все нормально, да? Симос. Слава Богу, все хорошо. Я тоже об этом говорю. Слава Богу. Во всем слава Богу. Что бы в нашей жизни ни происходило, и в жизни, и в смерти, слава Богу. Вот противник опять запустил снаряд. Вот. Ждать прилет. Да. Короче говоря, противник стреляет, гад эдакий. Все бьет, бьет. Чего он хочет? Непонятная тема. Короче, снаряды все летят и летят. Больше он нам ничего не может противопоставить, кроме как снаряды и артиллерию. Вот. Но мы тоже не кукурузу охраняем. Нет, нет, так постреливаем. Что-то он, снаряд задержался, прилет. Как только я камеру достал, они, наверное, поняли и решили не стрелять. Все, буду дальше сидеть, камеру включать, чтобы они не стреляли. Это уже вот. Солдат Мозов еще на 1 градус. Принял. Кладут и кладут вокруг нас. Вот. Это называется вот такой быт. Но самое интересное, это вон тот кошак. Видите? Видите? Самый наглый. Самый наглый. Но интересная штука заключается в том, что тут все обезбашенные. Короче говоря, рядом снаряды взрываются, кошка даже наша не шевелится абсолютно, не реагирует. Тут, короче, бегает мышка, которая в наглую запрыгивает вот в этот ящик. Короче говоря, я так понял, обезбашенных тут очень много. И животных, и птиц. И людей. Вообще такие дела. Вот он. Полетел. Нет, не полетел. Странное дело. Уже 4-я минута пошла, а ни один снаряд не летит. Сейчас на паузу, если нажать, сразу полетит. А, что ты говоришь? Сказал, камеру достал, стрельба прекратилась. Паузу нажми, будет прилет. Вот. 4-я минута, ни один снаряд не летит. Интересная штука, блин. Наверное, они ждут, пока я камеру уберу, да? Ну что ж. Вот так и живем. Ахмат, сила, Россия, мощь, Бог велик. Так вот, Аллаху Акбар.